Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Вот у нас ночью была температура, опустилась до минус 18. Сейчас посмотрим, как работает подстилка на обогреве. Вот елки. Не включается лампочка. У. Тебя там не придавили, алло. Ну, в этом самом сарае плюс 6. Свинка. Привет, поросятки. Блин, запотело, видите, сразу. Разница температур. В общем, что я хочу сказать? Ребята. Ага, водичка. Водичка. Не замерзла. Поросятки не замерзли. Вон сидят. В кучку сбились. Сама. Она пошла. Нет, никто жрать не будет. Сама подстилка теплая. Видите, они даже особо не закапываются. Им достаточно тепло. Сверху, правда, конденсат жесткий появился. Не смотрите, что там паутыня такая страшная. Ну, по большому счету, все нормально. Аппетит у свинок хороший. Уже съели утреннюю норму. 9 утра сейчас. 8 кормили их уже. Ша! Топорует из-за того, что холодный воздух заходит. Не буду я это самое размораживать тут. Пускай они сидят. Он мамочка кормить сейчас будет. Удобно тебе, как перевернула там корыто, жаба? О, теперь неудобно, да, конечно. Корыто же надо было дергать его, смыкать. Смотрите, поросятки, он у меня лысенькие бегают, хорошие такие, тьфу на них, чтобы не сглазить. Кормежка пошла. Короче, что я хочу сказать, глубокий подстилка, глубокая, теплый пол позволяет содержать даже при минус 18. Свиней без проблем, он вода отдельно не замерзает. Эти самые не обмерзаются, не заводники. Свинки, вон и поросятки нормально себя чувствуют, и свиноматки. В общем, все прекрасно. Поэтому не зажимайте тех копеек, что стоит этот добрый теплый пол. И смело покупайте, переоборудуйте. Не надо вам тут бетон топить, те печки ходить. Ничего этого не надо. Все это прекрасно заменит глубокая от водограя бактерии, которые сделают теплый пол, глубокую подстилку. И, соответственно, упростит содержание свинок. Тут у нас собака живет пока временно. Собака-барабака. Потому что собака-барабак очень сильно мерзнет у себя в будке, хоть там ее и утепляли. Пускай пока тут пошарится. Вырвали доску, идиот. Смертельно. Морозы у нас там буквально несколько дней прообещали. Поэтому скоро они закончатся. Свинки, вон видите, зарываются в подстилку, если им прохладно. Чувствуют себя замечательные поросятки, свиноматки, все. Опять же, водичка не замерзла, и в баке не замерзла, и в непелях. В общем, все работает, все прекрасно. Бетонный пол никогда в жизни не выдержал минус 18. Сарай не утепленный, ну, скажем прямо, сарай такой себе. С кирпича, с половинки нет, в кирпич выложенный. Потолок есть, но это все такое древняя, разрушенная. В общем, водограй, чистый хлев, ни говна, ни запаха, и при этом еще и обогрев. Чистый хлев и обогрев одновременно. Поэтому, повторюсь, покупайте, устанавливайте, прокопайте, выкопайте там ту яму, тех 70 сантиметров, и пускайте свинки, вон видите, сидят, поразваливались, как на курорте. Потому что снизу, из-под пола, прет такой жарой, что мама не горюй.
Ну, в принципе, все, что я хотел показать, как работает водограй в мороз. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго.